С большим размахом весенний праздник Наурыз отпраздновали сегодня в Актобе. Все районы области установили свои юрты в парке первого президента. Горожан баловали натуральными продуктами и вкусным чаем. А настроение им поднимали актеры и танцевальные коллективы. Сегодня основное действие проходило в парке первого президента. По сложившейся традиции здесь установили нарядные юрты. Каждый район принимал гостей. А это ветераны, заслуженные деятели и просто горожане, которые пришли в парк разделить радость наступления весны. Разрешите вас поздравить с этим весенним праздником, Наурыз. Пожелать вам всем удачи, благополучия, счастья, мира. Ведь посмотрите вокруг, как прекрасно Казахстан нас цветет. Растет. С каждым годом улучшается наше экономическое положение, социальное положение. Шалкарский, огромный Шалкарский район сегодня в городе Актобе поставил свою юрту и принимает всех гостей Актюбинской области. Здесь же расположилась выставка народно-прикладного искусства. Актюбинцы могли не только оценить индивидуальные ручные работы, но и приобрести их в качестве подарка родным и близким. Мы возрождаем наши казахские традиции. Любую невесту, провожая из дома, отправлялись приданным. Шьем, начинается от 13 курпешек, 7 курпешек для невест. И также, кроме этих, есть одеяло. Радость горожан не мог не разделить сегодня и глава региона Архимед Мухамбетов. Поздравил жителей области, зашел в каждую юрту. То, что нас радует, с апреля месяца повышается заработная плата на 10% для работников социальной сферы, работники здравоохранения, образования, культуры, спорта. Кроме того, по поручению лидера нации, президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, крупные и средние предприятия Актюбинской области поднимают заработную плату для работников на 10%. Я думаю, это хороший подарок на такой важный праздник Наурыз Мейрамы. А в целом я хочу поздравить всех жителей Актюбинской области с этим замечательным праздником. Желаю крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Празднование Наурыза было насыщено различными национальными играми, в том числе концертами с исполнением народных песен и танцев. Елена Устимович, Болотмолдагалиев, Айбек Даутов, Актобе.